Около 4 часов дня Пушкин со своим секундантом, полицейским другом Донзасом, отправился из родительского Луневского и Мойки на место дуэли. В 5 часов вечера на черной речке состоялась дуэль. Через 2 часа его привезли домой смертельно раненого. 10 февраля 1837 года в 2:45 Александр Сергеевич Пушкин скончался в своей квартире на Мойке. Пушкин победил. Враги его были не только опозорены, Пушкин обнажен их ничтожеством. Перепуганные жандармы суетились, стремясь не допустить стихийного проявления народной творчества тела поэта. Во время выноса тела из церкви по свидетельству Тургенева явились жандармы, полиция, шпионы. Тело поэта по личному приказу царя дали полгода перевезено в святым горе под Пскову, где предал земли без всяких почеств. Прижизненная биография Пушкина, жизнь Пушкина человека закончилась. И началась вторая, последняя. Путешествие в Арзру Пушкин писал, что гибель Грибоедова, который женился на той, которую любил, и нашел смерть в бою, вызывает у него зависть. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане среди грозных волн и бурной тьмы, и в родительском нагане, и в дуновении чумы все, что гибелью грозит, для сердца смертного дарит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Пушкин вошел в русскую культуру не только как поэт, но и как гениальный мастер жизни. Человек, которому был дан дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах. Видит этот зверь, ищет всякой яблей, падает на лазаре и дверей. Так что значит не секрет, у кого ее больше нет, все, о чем смысл поэт, это бред. Ты умеешь свой лиц, тоска, ну что мне не рад, раз уж это близко смерть. Знаешь, дело время. Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собой многие сути нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними это легкое имя Пушкин. Пушкин так легко и весело умел нести свое творчество и время, несмотря на то, что роль поэта нелегкая и невеселая, она трагическая. Имя Пушкинского дома в Академии наук, звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Это древний сфинкс, кривящий в свет медлительной волне, в сальный бронзовый летящий на недвижном струне. Пушкин, тайную свободу верим в этот след тебе, дай нам руку в непогоду, помоги в его борьбе. Вот зачем такой знакомый и родной для сердца звук, имя Пушкинского дома в Академии наук. Вот зачем в часы заката, уходя в ночную тьму, с белой площади Сената тихо кланяюсь ему. Прошу я в улиц шумных, вхожу в благодарный храм, сижу меж юношей безумных, я предаюсь своим мечтам, я говорю, прощаться вон. И сколько здесь не видно нас, мы все зайдем под вечный звон, и в чей-нибудь уж близок час. Лежу на дубу уединенный,
Я выступил патриарх лесов, переживет мой век запретный, как пережил век отцов, младенец от милого ласкали. Уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. День, каждый годину, привык я думаю провождать, грядущей смерти годовщину, лишь их стараюсь отыскать, и где мне смерть пошлет судьбина, в бою, в странстве, в волнах, и соседняя долина мой примет охладелый прав, и при бесчувственном телу равно повсюду встревать, но ближе к милому пределу мне все хотелось кочевать, что смогло весенний глаз. Раздались вокальные примеры, да здравствуют нежные девы, юные пчелы, любившие нас. Алтимы скаленные войти, да звонкое дно, пустое дно, заявные кольца бросайте. Мы все не в обнимку, на фоне Пушкина и птичка.